Так что же такое дебаты? Игра ли это? Дебаты – это умение убеждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения. Все вышесказанное – необходимые инструменты, помогающие людям достичь определенных результатов в их профессиях, да и в жизни в целом. Все эти ребята еще школьники, но уже многие из них дебатируют далеко не первый год. 7-й открытый форум Академия школьных дебатов вновь собрал их вместе, хотя на этот раз в центре юнармеец немало новичков. Так, кадеты школы с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина впервые на форуме. Это новый опыт, получить информацию, новые эмоции, какие-то знания. Это обучение в прежнюю очередь. Не важно ехать сюда за местом, главное учиться. Владение словом – уникальный талант, совершенству которого нет предела. Оно помогает как можно четче понять человеку самого себя и отразить свой взгляд на мир, свое мнение. Здесь, на форуме, у школьников есть возможность учиться ораторскому искусству у экспертов-дебатеров международного уровня, прибывших из различных уголков нашей страны и зарубежья. Ради этого и многие ребята проехали сотни километров. Конечно, это не игра, это искусство. Искусство очень непростое, очень нужное для каждого из вас. Дебаты как форма представления себя другим является одним из инструментов формирования своих мыслей, целей, задач. Открытие этого форума ждали с нетерпением. На этот раз здесь собрались команды Санкт-Петербурга и Москвы, Чебоксар, Ленинградской и Тульской области, Подмосковья, а именно соседних Фрязино, Ивантеевки, Звездного городка и, конечно же, ребята из городского округа Щелково. Всего порядка 180 школьников. Большая часть из них впервые на форуме. Дети взрослеют. Дети, пройдя год, два, три изучения технологии дебатов, либо растут дальше, играют в студенческой лиге в качестве уже студентов своих вузов, ездят по стране, по миру, участвуют в различных турнирах. А вот наш форум предоставил сейчас такую возможность, как школьникам, которые уже достигли определенного успеха в технологии дебаты, быть юными экспертами. По сложившейся традиции команды формируются методом компьютерной выборки, то есть в составе будут ученики из разных образовательных учреждений, что позволит школьникам развить навыки коммуникации, работы в команде с незнакомыми людьми. Дебатировать же ребятам предстоит на весьма сложные, но интересные темы. Преступление и наказание. И в данном случае речь идет не о романе Достоевского. Так звучит тематическая область 7-го форума Академии школьных дебатов. Тема весьма интересная для современного школьника. Показательная игра от экспертов в день открытия форума настроила ребят на работу, а весьма сложная тематика, как они сами признаются, очень заинтересовала. Это достаточно тяжелая тема в какой-то мере, но достаточно очень интересная. Вот, у нее очень много разных аспектов, и это будет очень классный форум, еще я думаю. Интересно, но мы думаем, что тема будет, скорее всего, направлена на уголовное право. Мы готовились к этому форуму. Анна Балиет, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».